как живем мы на планете. Нужно, чтобы знали дети, кто нам это все расскажет, кто нам это все покажет. Супер-мега-звездочка! Лемурам и форточкам. Нам удалось подключиться. Привет, ребята! Меня зовут Вилуна, а это мой друг Форточка. Здравствуйте! Мы космические путешественники с планеты Бета-Крипик в созвездии Терминул. И уже квинтиллион лет мы изучаем все, что нас окружает во Вселенной. Кстати, квинтиллион – это число, в котором содержится целых 18 нулей. Ах да, совсем забыла. Форточка – это просто ходячая энциклопедия. У него отличная память, и всю информацию, которую он когда-либо слышал, хранится в его мозговом файле. Хотите, я вам это продемонстрирую? Форточка, а что такое Вселенная? Вселенная включает в себя все, что мы видим вокруг, и даже то, чего мы видеть не можем. Это и Земля, и планеты, и Солнце, и звезды, и галактики, и живые организмы, населяющие Землю. Смотри, какая красивая звезда зеленого цвета! Я бы даже сказала, изумрудного. Не бывает звезд зеленого или изумрудного цвета. Ты видишь искусственный объект. Ты хочешь сказать, что все звезды белые? Конечно же нет. Звезды бывают разных цветов. Белые и красные, голубые, желтые и даже оранжевые. А от чего это зависит? От температуры поверхности звезды. А какого цвета холодные звезды? Холодные звезды имеют красный цвет. А горячие? Чем горячее звезда, тем ближе ее цвет к голубому. Форточка, а как рождаются звезды? Звезды рождаются из пыльных и газовых облаков. Как интересно! Из пылинки может родиться целая звезда. Вот видите, какой Форточка умный. Форточка! Ты слишком много болтаешь. Пора поиграть, пора поиграть. Ой. Все, Вилуна, теперь моя очередь. Настал мой звездный час. Форточка, остановись! Хватит! Да ну тебя, Форточка! А теперь играй мою игру. Вилуна, отгадай, в какой руке находится ключ от нашего космического корабля. Форточка! Кстати, а как вам наш космический корабль? Мне кажется, он похож на батискаф, ну или на подводную лодку. Подводная лодка не может опускаться слишком глубоко, так как давление воды ее просто раздавит. Поэтому для исследования морских глубин был изобретен батискаф. Получается, у нас космический батискаф. Ну, и как он вам? Нравится? Мне тоже он очень нравится. Тем более, я сама вот этими вот собственными руками его собирала. Да-да. А еще говорят, что скромность украшает. Да ладно тебе, Форточка. Лично я считаю, что нужно гордиться своими достижениями. Ну, а то кто обо мне узнает во всей галактике? Ой, правильно, никто.
А я мечтаю стать самой яркой звездой. Звезды различаются размером, цветом и температурой. Самые большие называют гигантами, а самые маленькие – карликами. Вилуна, так что у тебя с температурой? И какой звездой ты хочешь стать? Гигантской или карликовой? Красной, оранжевой или, может быть, желтой? Форточка! Я сейчас не про такие звезды говорю. А про какие? Ну, вот на планете Земля, например, звезды песни поют, танцуют, на сцене выступают. Вот про какие, понимаешь? Сколько звезд на небе? Что такое созвездие? Нет, не то. А, вот, нашел. Как умирают звезды? Звезды раздуваются до сверхгиганта и в конце концов взрываются. Ну вот накаркал, раздувается, взрывается. Ты там хоть живой? Так, все на месте, кажется, живой. Вилуна, наш космический батискаф разлетелся на куски. Да, это называется долетались. Нужно срочно выяснить, где мы находимся. И как же мы это сделаем? Без паники, нужно оглядеться. Итак, судя по структуре почвы, растительности и атмосфере, мы на планете Земля. Здравствуй, Земля! Здравствуйте, земляне! Так это и есть Земля? Ой, еще одна моя мечта исполнилась! Я так хотела побывать на Земле! Нужно срочно сбросить координаты крушения на планету Бета-Крипик. СОС, СОС, как слышно меня? Прием! Мы потерпели крушение нашего космического корабля. Сигнал принят. Ждите помощь. Ждите помощь. Теперь осталось дождаться спасения. Форточка, ну ты же не собираешься вот просто так терять время. Я предлагаю хорошенько изучить эту планету и пополнить твои мозговые запасы новыми знаниями. А земляне нам помогут в этом. С удовольствием, ведь знания – сила. Ну что ж, я чувствую, что нас с вами ждут великие открытия. До скорой встречи, друзья!